Кушает? Что она там кушает? Спряталась в домике. О, привет! Так вот куда можно было прийти и шишки собрать. А мы ходили по лесу, их собирали. Ты куда пошел? К мышкам опять? Так вот они все прячутся где. Вау, смотри, сколько туда. Ах, Маркус сел так. Тихо, тихо, не надо стучать по стеклу. Эй, вы, веслоухие. Красивый, да, Маркуша? Огромный магазин. Кто? Кто это? Кто? Пойдете рыбок смотреть? Да, олень какой. Нет, 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 не залазь. Не залазь, так смотри. Еще я помою. Помою. Вон, смотри, греются, да, они? Тоже змея есть туда. Рыбки, да. Растения можно купить. Тихо, ручками не трогаем ничего. Ой, какие маленькие. Ого, какие огромные, да? Красивые. А кто там тикает? Смотри, как классно здесь. Ой, маленький рекурс. Какая-то лето это вообще-то. Ну, надеюсь, что в нашем случае хорошее, неплохого достаточно. Ну кто там чирикает? Пойдем искать, кто чирикает? Да. Пойдем. Много попугайчиков, но они сидят в клетке, их, ну, нельзя снимать. Ну что, пойдемте посмотрим. Ну где дракон? Это есть дракон. Где? Под камнем, вон белая змея. Под... Ну, где кто, не знаю. Где? О, какой жук, ужас. Я вижу. Сейчас. Ничего, тут руками не трогай. Кто это? Не знаю, какой-то варанчик. Он, видишь, какой хорошенький. Ну, какой варанчик еще один добежал. Привет.
обнимаются. Мама, мать, это мой. Что у тебя там? Это мой. Коряги всякие разные. Все игрушки собрали. Мама, нам. По этой трубе ползают муравьи. Представляете? Трудятся маленькие. Сразу чувствуется собачий запах. Такой прям кормом все пахнет. Вообще. Для кошек. Красота какая. Доча, а кто это пищит у тебя? Это моё. А кто это? Значит, кто это? Это